В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живее, если ему случится быть в чужой земле. Ему вдруг представится эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который ко всю землю сливает в один голос, это восклицание «Христос воскрес!», который заменяет в этот день и все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас. Разумеется, все это мечта. Она исчезает вдруг, как только он перенесется в самом деле в Россию, или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных наставлений друг друга на место радостных встреч. Если же и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах, что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресении Христа, но о том, кому какая награда выйдет, или то, кто что получит, что даже и самый народ, уже пьяный, попадаясь на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и еще не успела заря осветить земли. Это разве только карикатура, а самого праздника нет. Но чего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей? Раздаются слова «Христос воскресе!» и поцелуи, всякий раз так же торжественно наступает святая полночь, и гудят колокола по всей земле, точно как бы будет нас. Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся. Где будет, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. И твердо говорит мне это моя душа. И это не мысли, выдуманные в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время как бы из одних уст изглашаются. И знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: у нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресение Христово.